Здравствуйте! У нас 18 марта будет свой Сталинград, потому что мы с вами будем приходить на эти выборы и защищать справедливость. Справедливое распределение национальных богатств, справедливое распределение налогов, справедливое распределение бюджета между субъектами Федерации и Москвой. Мы будем стоять за справедливость по отношению к нашим детям, которые не могут получить нормального медицинского здравоохранения, медицинского, то есть нормального образования. Мы будем стоять за детей войны, которые не могут получить пенсию, которая бы позволила им достойно жить. Мы будем стоять за справедливость. И только справедливость может в нашей стране вывести страну в величайшие, как это было раньше, в самые великие страны мира. Мы с вами должны 18 марта отстоять свободу, справедливость, родину и народ. Я, конечно, не могу так хорошо говорить, как Геннадий Андреевич, но я точно знаю, что люди, собравшиеся здесь за справедливость, за то, чтобы не было обманутых дольщиков, за то, чтобы экология была такой, чтобы наши дети пили нормальную воду и дышали нормальным воздухом, за то, чтобы люди, которые пришли сюда после 18 марта, не приходили больше на митинги за социальную справедливость, чтобы власть обеспечила социальную справедливость в нашей стране. И я уверен, что если мы все как один придем на выборы, мы победим. Никто, никакие клеветники, завистники, никакие олигархи не смогут помешать нам жить достойно в нашей любимой стране. Я люблю вас, спасибо вам большое. Счастья, успехов и здоровья. Спасибо.